4, 5, 6. Все заработают, все чуть-чуть полнее. 8. Обалдеть, их можно. 7. Ух ты. 32. Это у нас кровь деформит, да? 8. На что? Кровь деформит, да? А мы сидим, я отдыхаем. Грузи, да. Отдыхаем? Ну что? Значит, второй, Захар, мы ставим 3 или 2? 2, конечно. 2. Значит, ничего не ставим. 32. И плюс... Понедельник, день. 8. Все, спасибо. 6. Что ты там набираешь? Володь, так величайший... Средний балл. Сбросишь, по рекомендации. На этот он хер заканчивает. Я только заканчиваю. Не буду мешать, пойду там, я заполню, там 10 минут. Чего? Кого? А вы здесь можете стол открывать. Чего не хватает, буфет у нас рядом. Да? А думаете, там есть что-нибудь? А буфет? Картошка, перышки с картошкой. Ой, там же есть. Есть невозможно. Ага. Платок. Платок. Мой платка. Моя платка. Нет, мой платка. Мне дай, пожалуйста, свой телефон. Какой? Мобильный, потому что у меня внучка все постирала. Да. Просто... Как освободиться, 100 грамм отливаю вам и 100 грамм отливаю Виталовичу. Да. Как у дочек? По 200 грамм нам на двоих. Ой, воды. Обозначается, да. Ну, запись это что, это камера? Да, запись, камера, да, поет и играет. А, так, ну, а что у вас, одни и те же телодвижения. Ладно, уже все, и две там, нет? Ну, хотя бы взять вон. Так, ну что, стоп, что ли? Ну, можно. Нафига вы вдвоем нужны-то? Как, зачем? Ну а куда? Детям показывать, я тебе перешлю. Я в интернет закину и скажу, вот ваш товарищ преподаватель какой. Ага. Вот он, что делает. Ну... Сейчас мы тут. Сейчас. Вот ты говоришь, не был причастен, теперь ты причастен. Все. А все. А это вода. Вот. Я не знаю, я не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, вода у тебя там, чего. Смотри, как пьют, а? Ну а кто газировку вот пьет вообще? Я не знаю. Запись вот написано, есть, да? Есть первый. Вот теперь, да, вот теперь, да. Запись идет, закончилась? Да. Все. 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 Ой, вещдоки. Ну, такая запись не является вещественным доказательством. Только ауди. В смысле, это аналоговая, лентовая, ленточная. Ладно, выключай. Ваня по продаже автомобиля. Не, Леонидович, нет. Компания, да? Каждый день.
да. Так что идем скорее. Завтра. Thank you.
300-летие военно-оркестровой службы России отмечают в Санкт-Петербурге. Фанфары Петра звучат на сцене академической капеллы. В этот особый день за роялем солирует главный военный дирижер России. Современным военным оркестрам по плечу самые сложные произведения. Этот оркестр играет все. Сегодня он будет играть увертюру Руслана Медведева, например. Да, это сложнейшее произведение для симфонического оркестра. Они играют блестяще. Три века назад Петр I приказал для поднятия воинского духа всем пехотным полкам создать свои оркестры. В них должны были входить один гобоист иностранец и 8 гобоистов русских. А помимо оркестра 16 барабанщиков для сигнальной службы. Сейчас в вооруженных силах России около 250 оркестров. В самых маленьких всего 18 человек, а в образцовых, таких как выступающий сегодня оркестр штаба Западного военного округа, до 100 музыкантов. Заложенные царем-реформатором традиции сохранились. Музыканты и сейчас играют марш Преображенского полка, которому уже 300 лет. На данный момент возвращаемся к тем хорошим традициям, когда музыка звучала в парках, когда музыка звучала на площадях, когда она звучала в выходные дни. Но главным назначением воинских оркестров всегда были не концерты, а обеспечение ежедневных воинских ритуалов. Капитан первого ранга, а теперь еще и президент клуба любителей военной музыки Санкт-Петербурга, говорит, что музыка в военной службе играет важную роль. Вся наша служба в военно-морском училище, далее на подводных лодках, всегда была связана с музыкой. Во-первых, это парады. Во-вторых, возвращение подводной лодки из дальнего похода всегда сопровождалось оркестром, который встречал нас на пирсе. У военных оркестров свой слушатель. Ветераны, блокадники и даже женщины-поклонницы военной музыки. Очень. Вы знаете, музыка богата, и в этой музыке просто растворяешься. В мирное время, выступая с концертами, военные оркестры выполняют культурную и просветительскую роль. NTD, Санкт-Петербург, Россия. Thank you.
Thank you very much.